Всем привет! Что-то никак не могу по-нормальному открыть сезон подлёдной рыбалки 2020-2021. Несколько раз ходил, рыба либо совсем не клевала, либо результат был неутешительный. Поймал несколько окуньков, несколько плотвичек и все, в принципе. Из интересного вчера вытащил рыбака провалившегося. Сам бы он не выбрался, конечно, оттуда. Вот сегодня буду пытаться по-нормальному открыть сезон вот здесь вот. Очень интересный водоем. Здесь должно быть полно окуня. Но будет ли он клевать, посмотрим. Вот такая вот у меня бескивковка. Вот такая вот блесна. Как называется, не помню. Брал в перекате. Ручной работы типа. Не глубоко здесь совсем. Но рядом яма. На блесны ловить это целая наука. Сюда надо Петра Штеркеля с Урал Дискавери. Или Жеку из переката. Или Юру Мурана. Вот они нормально блеснят. Они бы тут нормально отловились. Я-то не умею блеснить, сразу скажу. Просто дергать, а без понимания, это не то. Что-то на блесну не было поклевок. Попробую на балансир. Небольшой окуневый балансирчик. Называется Крапаль Нью. Дно. Ну а с балансирами Олега Аркадьевича. Сейчас с балансирчиками ополункам пройдусь. Если поклевок не будет, то уже тогда переключусь на мормышку с насадкой. Но тут должен он стоять, он тут осенью стоял. Дофига окуня тут было. Тут так-то еще есть места интересные, но не знаю, стоит, не стоит их проверять. В этом-то месте больше всего, кстати, рыбы было. И этой осенью, и той зимой. Ну, по открытой воде, правда. Сейчас проверим, здесь вообще рыба-то есть. Ой, ё-моё. Первая рыба, блин, смотрите. Она на окунь. Перешел я в другое место. Вот здесь резкий перепад. Тут должен держаться крупный окунь и щука. О, кто-то подбивает уже ее. Был контакт сразу. Ну, был контакт, был. Сейчас балансиром пройдусь. О. Окунек. Хотел сказать, сейчас балансиром пройдусь. И снова блесенку поставлю. А попробую-ка я не блесну, а балду. Вот такая вот у меня балда. 7 грамм. Секретом, с верхним поводком, то есть.
О, на балду. А на верхний крючок. Да, у них там норм клюет на жерлице, кстати. Несколько щук уже поймали. Вот такой вот балансирчик поставил. Раухала. Проделал еще несколько лунок. Сейчас проверю их этим балансиром. Опа. Раухало. Вот еще один обалдевший окунь. Так, короче, сегодня клюет на все понемногу. На балансиры, на балду, на блесну были поклевки. Ну, на мормышку, естественно, тоже. Но к мормышке я пока не хочу возвращаться. Конечно, утренний клев я пропустил, не в том месте ловил, скорее всего. Надо было здесь, но кто же знал. Нападение сразу взял. Сразу нападение. Балда. Такое? Ну, снасть такая уральская. Угу. На Урале она такую ловит. Это двойная, да? Двойная даже. Ну, грузик вот. Угу. А яйца их еще называют, во. Угу. Такое продается, да, Вик? Да не, я сам делаю. А, сам делал? Ну, наверное, продается, но я сам. Тут перепад глубины в этом месте очень сильный. Вот он, видимо, тут стоит. Ну все, хана щукам, да? Да. Дима. Леша. Привет. Да давай, давай. Ну что? Где? Клюю? Да, вон, видишь.
вон лежат. Его только что вытащили. Да все ловят щук. Ай, красавица. Давай щук ловим. Короче, план такой. Окружаем. Окружаем даже лица. И ловим тоже щук. А что так, ты ходила? Первая сработка на яме. Мотала, да? Ждем? Долго будем ждать? Есть? Нет. Да, есть. Ударило, понял? По ходу дела. Так, 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 так. Есть, есть. Ух ты. Что-то да. Тихо, 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 тихо. Ну, Паш, не спеши. О, какая красота. Долго, да? Долго стояла? Ой, да, долго стояла. Принеси, пожалуйста, жильцов. Сейчас я убью. Ладно, потом сфоткаю. А поводок из флюорокарбона. Да. Скрутка. Скрутка из флюорокарбона. Ну, где-то так, да. При ялках, видишь? Ага. В общем, господа рыболовы, вы окружены, это во-первых. Продолжаем. Так, пока я тут ходил балансирить, товарищи еще одну щуку вытянули. Ну такая хорошая, больше килограмма. А? Вот здесь был сход, только у нее в лунке, а не крупного. Ну блин, клюй. Чуть опять не убежал. Вот такой вот окунь. Вот он, кропаль. Прикольные балансирчики. А кропаль Нью, точнее. Тут очень резкая бровка. И здесь он стоит. Нормальный лед, я ходил. Да. Да. Прям нормальный лед? Да. Да это рогоз, он не растет на большой глубине. Там глубина по колено. Да. Все, рыба закрыла рот, да? А, она тут утром-то его не открывала. В этом месте. А я что-то ловил утром. Пытался, вернее. Вот странно, да? Он же здесь осенью стоял. Да. Куда он делся? Я думал, это самое перспективное место. Естественно, первым делом сюда пошел. Все, лунки пробурил. Думаю, сейчас начнется раздача. О, покажи удочку. Зацените. Какая у чела удочка офигенная. Самодельная? Да, самодельная. По вопросам приобретения, вот к Паше. Сколько стоит? Цена обсуждается в лице. Да, цена договорная. Но в зависимости от комплектации. Задешево не отдам. Конечно, это ручная работа. Handmade. Как она, да, рот закрыла? Расклевала, все, бегали. Чук, обрезал. Ну да. А чуваки как знали, да, так чук собрали. Да, вовремя, да, ушли они. Ладно, тогда потихоньку сворачиваю свои эти снасти. Блин, я на Исете вот этот балансир, я помню, нормальную такую щуку поймал. Да? Угу. Ну, блин, это на Исете. О, можно я побалансирить? Сейчас я покажу ее в деле. А так сказать, это зимняя удочка на минуту. Вот, значит. Ну да, и чтобы если клюнула большая, то это сразу сдать и леску. Ну
прикольно, имеет право на жизнь данная снасть. Еще как бахнет. О. В кармане можно носить. Паша, поклевка, кажется, была. Ну, в общем, вот наш сегодняшний улов. Две щуки товарищи поймали на жерлице. Одна такая, ну, неплохая. Да и вторая тоже. Ничего так. И вот мои окуни. 6 штук. Которые поменьше, это на балансиры клюнули. И 2 вот самых крупных, что интересно, на балду. Ну такой неплохой экземплярчик. Ладно, надеюсь, вам было интересно. Ну, в принципе, рыбалкой доволен. Наконец-то более-менее открыл сезон подлёдной рыбалки. Если бы я получше знал рельеф этого водоема, то улов был бы гораздо больше. Просто сам утренний клев я провел в том месте, где рыба не клевала. Надо было сразу идти в другое место. Ну ладно, всем пока, до новых встреч.